Приветствую всех, с вами Асина, и в очередной раз мы возвращаемся в такую замечательную игру, как Resident Evil Revelations. В прошлой серии мы попали с вами вот в такое вот местечко, в какое-то дополнительное помещение, где смогли нажать кнопку антиликвидации корабля. Я, честно сказать, плохо помню, что мы там сделали. И, собственно, сейчас надо отсюда сваливать. Только вот, к великому сожалению, Паркер, я знаю, что нам с тобой придется сделать. Нам придется очень много плавать. На самом деле, довольно концептуальная идея, если рассматривать всю игру целиком. Мне она достаточно нравится. Но человек, страдающий таким топографическим кретинизмом, например, как я, очень сложно справляется. С ориентированием в пространстве он плохо справляется. Вот с чем. Так, ладнушки. Жил у нас, кстати... Ой-ой-ой, там наверху, вы посмотрите, кто стоит. Я не знаю, сколько их здесь будет. Жил у нас довольно долго, может продержаться под водой. Это нещадно меня радует. Вот только... импульсная граната. Ладно, хорошо. Не надо, пожалуйста, по мне стрелять. Не хочу, не хочу наверх. Там наверняка этих монстрящ... полным-полно. А так и есть. Вы посмотрите, сколько их там. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, мне хана. Ой, мне хана. Ой, мне хана. Господи, я не знаю, что происходит. Сзади... сзади монстр. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Так, Асина, не паникуй. Не паникуй, аккуратно. Разберемся с... Кто там такой умный? Кто там в меня стреляет? Вы, галиматья нещадная, пошли вон отсюда. Так, у меня таблеток еще мало. Я помню свой прошлый забег. У меня там проблемы на каждом шагу случались. Ага, понятно, кто там целится. Красотка. С клешней. По-моему, на обычном уровне сложности здесь их столько не было. Или здесь вообще их не было. Сдохни, умоляю тебя. Ладно, если разбирать вообще в целом всю эту ситуацию, если вспоминать режим рейд и же с ним, то здесь еще все не настолько плохо. Там они бывают скоростные. А скоростной вот такой вот уродец — это довольно фатальная ситуация. Так, хорошо. Здесь я в прошлой серии патроны где-то оставила. Давайте мы их прихватим. Это уж точно пригодятся. О, господи, как я ненавижу все это место. Я его ненавижу. Дайте мне что-нибудь полезное. О, как услышали, как услышали. Люблю умную игру. Тем более патроны для пулемета никогда не бывают лишними. Так, чтобы мне чем бы экипироваться... Угу. Тут у нас что? Тут у нас еще один отпечаток. Хочу собрать все 30. Хочу собрать все 30. Не знаю, зачем они мне нужны. Просто должна же я получить хоть какую-то приятную плюшку от этой игры. Помимо истерики. Так, хорошо. Много находок. Это наверняка означает, что впереди будут одни только монстры. Одни монстры и большое количество плавательных элементов. Так, патроны для винтовки. Паркер, который сейчас какой-то бессмысленный, бегает за мной. Пойдем, друг мой. Слишком много еще элементов плавательных, опять же, нас ожидает. Я начинаю повторяться, меня это раздражает. Так, если мне не изменяет моя куриная память, то нам туда. Хорошо, что таймера не идет. Шел бы таймер, я вообще эту игру возненавидела разом. А вы вот, например, напишите мне, а вы любите временные рамки в игре? Я, честно сказать, ненавижу. У меня сразу все начинает чесаться, я начинаю беситься. Пошел вон от меня. Урод, 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 урод. Нет, не, 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 стань. Тварина. Брысь. Так, пока он там с ума сходит.
Нам надо выплыть наверх, вдохнуть свежего воздуха. Кстати, по-моему, если нас начинают покусывать, то это фатально. Так, нам надо было вниз, а что наверху? Хочу исследовать всю территорию, потому что патроны на вес золота. Так, наверху у нас ничего, Паркер, в принципе, есть. И куда-то лестница. Она закрыта. Здесь на двери знак трезубца. Да. Спасибо, хоть за какой-то... Ну, кажется мне, что надо проникнуть в помповое отделение в таком случае. Хотя бы временно, но продержит его на плаву. Будем вспоминать славные денечки, когда Катя любила смотреть «Титаник», да, было такое дело. А, собственно, больше всего я любила смотреть то, как он тонет. Меня это, знаете ли, не то что до глубины души трогало, но в плане техническом все было сделано практически идеально. За это мне нравится сие творение Джеймса Камерона. А вот любовную историю в этом фильме я как-то всегда мимо ушей пропускала. Не умрите там. Спасибо уж, Крис, спасибо. Умеешь поддержать. Так, не желает открываться, очень много зубцов. Ну, блокировано просто помещение. Так, я слышу их. Я их ненавижу. Оп. Кстати, по-моему, ничего не поможет нам против них. Они скоро очнутся. По-моему, на этом уровне сложности они не умирают. Ну, так и есть, да. Очнулся паразит. Поэтому надо не тормозить. Надо быстро со всем справиться. Хорошо, что у нас автоматически Джилл все хватает. Нет, встань от нее. Я не ругаюсь, я культурная. Эта игра доведет меня когда-нибудь до безумия. Так, но они не настолько много отнимают мне здоровья, это немного радует. Так, там двери у нас блокировались, поэтому погнали вниз. Я помню, что здесь была запертая дверь, теперь наверняка мы можем ее открыть. И вроде бы здесь нету этой водяной пиявки. Я обязательно сглажу. Сглажу в плане не сглажу обстановку, а нанесу страшнейший сглаз на все мое приключение под водой, и эти пиявки будут здесь повсюду. Ведь это так? Так, хорошо. Что? Ребята, я только что отсюда, как бы. Я только что была здесь. Господи, начинается вот эта вот шизофрения. Я иначе это назвать не могу. Так, ладно. Давайте. Мы с вами постараемся разобраться. Куда же нам все-таки плыть? А, нет! Женщина, ты съела таблетку, когда этого не надо было делать. Ладно. Так, хорошо. А, я поняла. Кажется, я поняла. А может быть, и не поняла. Окей. Ладно. Так, тут у нас, да, много зубцов. Все, я поняла, какой уровень нам нужен. Отвянь от меня, пожалуйста. Все. Вот нам, скорее всего, куда-то сюда. Что? Здесь ничего нет? Какое странное помещение. Тихо. Я сейчас захлебнусь, задохнусь. И со мной произойдет много чего неприятного. Давай, Джилл. Давай, наверх. Фух. Так, отлично. Смогли. Но давайте поплаваем внизу, потому что там много всего полезного. И я от полезного просто так не отказываюсь.
Кстати говоря, здесь вроде бы нету этих пиявочек проклятущих. Поэтому мне здесь нравится. Относительно. Вот они. Патроны к пулемету на дороге не валяются. Они под водой валяются. Шутка а-ля Петросян. Так, если я не ошибаюсь, то идти нам примерно в том направлении. Хватит тут песни петь. Или нет? Или да? Или нет? Или я опять попала туда же, откуда я приходила? О, господи, начинается! Я начинаю ходить кругами. Ладно. Хорошо. Рано или поздно я выберусь. Рано или поздно я осознаю, куда мне нужно двигаться. Так, тут у нас... Тут у нас... Ты-т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 ы! Вот тебе. Все, отстань. И не лезь больше ко мне вообще. А, если мы пойдем сюда, то наверняка мы пойдем не туда, куда я хочу. Паркер, ты бы хоть какую-нибудь это помощь мне оказал. Психологическую. Раскорежила его. Смотрите, а мы здесь не были, по-моему. Если шоковая граната лежит, и я не помню... Точно, все, мы плывем в нужном направлении. Каким-то удивительным образом мы с вами разобрались. Ух, хорошо. Даже не хочу смотреть, кто ты, где ты и почему ты там находишься. Тихо, мирно, хорошо, плывем. Отлично. Так. Ну вот, вроде бы и все. Да. Здесь мы с вами были. Тоже какую-то кнопку рычаг дергали. А там у нас как раз идет выход. О, спасибо тебе, величайшее сохранение. Выход в сторону... Кабаре, хотела сказать. Господи, какое кабаре? Женщина. Та-та-та-ра-та-ра-та-ра-там. Отстаньте, пожалуйста, от меня. Точно, отлично, потрясающе. Можно я возьму патроны для дробовика? Я не буду с вами связываться вообще. Тихо. Джилл, давай наверх. Оп! Отлично. Не верю, что здесь вроде бы все настолько спокойно. Относительно. Да, видимо, нам надо сейчас будет пройти в холл именно через казино, кабаре, будем называть его кабаре теперь. Так, что-нибудь полезное? Недаром эти коробки здесь стоят. Я так и знала, что что-нибудь мы здесь да найдем. Дружочки мои, кто-нибудь здесь есть? Нет, но здесь есть травка, и трава явно напрашивается на вопрос о том, что... Отстань от меня. Я собираю важные детали для сражения. Оно неисправно, да. Видимо, нам больше не придется туда путешествовать, и это радует. Там царство Рэйчел. Если для кого-то это еще осталось секретом. Ой, я даже уже лопасти вентиляторов испугалась. Находка. Патроны для винтовки. Полезно. Все это прекрасно, все это восхитительно. Вот только меня как-то пугает наличие всех этих вещиц. Ладно. Хотя бы идет сохранение. Хотя бы нас радует сохранением и большим количеством патронов. Снайперскую винтовку. Понятно. Приключения под водой. Осины Джилл и Паркера продолжались.
пиявочка, на, держи. Их так раскорёживает. Мне их даже жалко становится. Ведь представьте, когда-то эта пиявка... Нет, они не были людьми. Людьми были Сочево, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, они называются Сочево. Пиявки, скорее всего, были какими-нибудь водяными креветками, на которые попало воздействие вируса, и они превратились в такое вот великое, страшное, неприятное нечто. Чувствую приближение опасностей. Слишком много нам всего дают. Навевает мысли. Не самые хорошие, кстати говоря, мысли. Давайте подумаем в таком случае, что бы у нас можно вообще взять здесь. Так, урон 4, оглушение 2. Большой магазин, да-да-да-да-да. Сколько мы всего понасобирали-то? Это мне нравится, но... Итак, урон 60. У нас же и так довольно прокачанное оружие. Так, ну да, 60 здесь, собственно, так и стоит. Скорострельность у нас достаточно высокая. Оглушение я отсюда сняла и поставила что-то другое. Или я путаюсь? А, давайте повысим, конечно же, урон нашему дробовику. Это точно пригодится. Скорострельность тоже, в принципе... А, скорострельность дробовику больше нельзя. Так, большой магазин, привязка, перезарядка. Угу. Может быть, поставить оглушение? Уж ладно. Хотя... Так, что у нас здесь? Скорострельность, оглушение, критический урон, урон. Угу. Скорость стрельбы. Конечно, скорость стрельбы мы поставим 60, безусловно. Вот, собственно, и все для меня нужное на данный момент именно с этим оружием. Попадание вблизи, скорострельность. Тридцатка, а это 15. А урон здесь и так 60 стоит. Оглушение, попадание вблизи. Нет, ну очередь ставить, конечно, это глупо. Перезарядка 80%. Вообще для пифона скорость перезарядки это довольно-таки важный элемент. А давайте... Удерживая кнопку заряжающей. Давайте попробуем вот так поставить. Потом поглядим по обстоятельствам. И мою еще одну снайперскую винтовку я тоже хочу усовершенствовать. Она мне, в принципе, нравится. Вот только... Так, огневая мощь. А на крит у меня больше нету. Да, она мне нравится, если использовать ее для каких-либо обычных целей, то есть для обычных врагов. У нее очень высокая скорострельность. Так, ладно. На этом мы бла-бла-бла закончим и проследуем дальше. Ну да, ранг С мне дали из-за того, что я медленная улитка. А так вроде бы достаточно неплохо, как я погляжу. Давайте сохранимся и продолжим. Отлично. Далее, далее, конечно. Мне не терпится узнать, какие ужасы нас ожидают впереди. Несколько ранее в Средиземном море плыли на катерке Крис и Джессика. Напоминает пятую часть, не так ли? И если я не ошибаюсь, даже он так же реагирует. Крис, такой Крис.
боже мой. Поехали. Великая кривая женщина под названием Осина сейчас будет стараться убивать непонятного вида. Хрень. Главное следить за температурой нашего автомата. Меня тоже раздражает. Тентакли! Та-та-та-та! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! В этом уровне сложности их гораздо... Короче, все плохо. У нас две таблетки. Вы что, шутите? Я вас ненавижу. Надеюсь, тебе больно. Хрень отвратительная. Хана! Мне хана! Меня атакуют какие-то ракушки! Королевушка Зенобия, пожалуйста, можно поскорее? И почему мне дали всего две таблетки? Ладно. Будем считать, что здесь нужно быть предельно осторожным, предельно точно стрелять. Это все не обо мне, как вы понимаете. Вот так. Так. Что это такое? Что это, господи? О, это какой-то кошмар. Ладно, ну мы практически у корабля. Аккуратно. Нет, не смей меня бить! Ай, хана, просто хана. Ну, кто где еще? Наверняка где-то мерзость появится. Давайте, ребята, давайте быстренько забирайтесь на корабль и все. Забудьте о существовании такой мерзкой хрени. Фу, на последнем издыхании. Спихни ее ногой в воду. Не знаю, ненавижу жеманных женщин. Why did it take till now to find the Queen Zenobia? How was it able to float around the Mediterranean undetected? It wasn't magic. Second, why did all traces of Veltro vanish after the Terra Grigia panic? Why don't you tell us, huh? And third, why is someone trying to use the Regia Solis to destroy the Zenobia? The answer to those questions will lead you to an inconvenient truth. You were to have found it, and that... Jessica, why did you fire? To protect our people. Isn't that our job? По лбу тебе дать, вот задача какая. Впервые за точность 24 мне дают ранг S. Ну, спасибо. Все только больше и больше запутывается, но давайте смотреть, что же будет дальше.
Нет, ну Джессика, конечно, красотка. Без выяснения причин и без, в принципе, тотальной необходимости творить такие вещи устав обычно не позволяет. Джессика такая Джессика, если смотреть на ее выбор одежды. Хотя здесь она у меня сейчас будет в шапке. Скорее всего. Именно в игровом процессе. Ship doesn't have much longer. We can't let this virus contaminate the sea. We've already searched the Queen Semiramis. So I think I know where this ship's lab is. We're headed there now. All right. I'll try to find a way to delay the sinking. Jessica, you with me? Yeah. Well, a little friendly partner swapping should keep us on our toes. Roger that. We'll take care of the virus. To buy us some time. Got it. Jill, this works anywhere, even underwater. Should slow those things down. Thanks, Chris. Also, I've marked off all the possible locations for the lab. He never got the hint. What a drag. Maybe he's already taken, Jessica. Как можно клеиться к мужчине, который явно не выказывает тебе никаких знаков внимания? Ну да ладно, это чисто рука-лицо, как говорится. Так, данную записку мы с вами читали уже. Да я знаю, я даже знаю, куда, в принципе, нам с тобой нужно, мой друг. Отправляйтесь в лабораторию. Да? Да, да. Итак, мы на самом деле видели дверь в лабораторию. Все, что нам нужно, это сейчас заново проделать. Весь дурацкий путь. Пиявочка, привет. Схвати, пожалуйста, Криса. Я его, конечно, безумно люблю. И мне действительно очень нравится персонаж Криса Редфилда. Но... Так, больше нам здесь никаких плюшек не раскидали? Думаю, нет. Так, женщина такая ты, женщина. Что я хочу сделать? Я хочу посмотреть управление. Так, настройка клавиатуры и мыши. Как сменить... Шаг левый, идти, движение камеры, перезарядить вспомогательное оружие G. Ну, как его сменить? Я совершенно забыла. Действие. Основное оружие слева, основное оружие справа. Вспомогательное оружие сверху, вспомогательное оружие снизу. Шоковая импульсная граната. А, ну, в принципе, можно, да, можно вот таким вот образом. Кыш. Вот, точно. По-моему, он это дал. Блин, я истратила мою любимую шоковую гранату. Ладно. Оп, панч. Ой, умри. Наверное, он не умер. Ладно. У нас есть сканер карточек. Очень полезная вещица, которая поможет проникнуть нам... В новый коридор, где мы еще с вами не бывали. А может быть и бывали. Я уже здесь так запуталась под этой водой. Текс, хорошо. Привет, мой дорогой друг. Оп! Отцепись от меня и больше ко мне не приближайся. Раскинул свои лапоньки. Кстати, вот мы использовали... А, нет, мы использовали аптечки, у этих ребят они не использовались, это хорошо. Нещадно тратить! Умри! А, отлично. Тихо. А, точно, смотрите, какую дверь мы с вами открыли. И, собственно, сейчас мы с вами сможем попасть туда, куда я думаю. Так, опять возвращаемся старой дорогой.
Люблю на самом деле в этой игре то, что нам постоянно позволяют путешествовать по старым местам. Для меня это как-то... Для меня это периодически бывает приятным. Крис, куда ты? Крис! Ничего себе, обладающий собственным сознанием. Подожди меня, пожалуйста. Тут я хотя бы немножко, но помню, каким образом нам надо плыть. Да, и сейчас наверх, собственно, и все, по-моему. Ключ-трезубец. Действительно, Крис нашел его... Да. Ты перебиваешь меня. Я хочу за тебя это говорить. То есть, ребята видели еще лаборатории. А сейчас начнется, знаете, такой классический Resident Evil. Прям до боли классический. Только вот узнаем мы с вами это уже в следующей серии. А сейчас я с вами попрощаюсь. Ставьте пальцы вверх, если вам данное прохождение нравится. И подписывайтесь на канал, комментируйте, поддерживайте этим меня, человека, который снимает для вас видео. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всем пока-пока.